Всем привет! Сегодня у нас АФК Арена идет и обновление. Значит, дали нам за обновление такую вот награду. Все работает, все обновление вступило в силу, и мы посмотрим его сейчас, собственно, подробнее. Я сегодня не заходил. Все как бы показываем с нуля и, соответственно, сейчас посмотрим. Немного не понимаю, что значит управление. А, автоматическая отправка. Не знаю, никого нет. Давайте, значит, что мы сейчас сделаем? Улучшим снаряжение один раз. Там явно миссия такая есть. Потом что еще? Улучшим героя. Получим награду. В компании 250. Я напоминаю, что нам нужно набрать 2700 для того, чтобы непосредственно все у нас было. Значит, ну, здесь у нас надо забрать награду. Я предлагаю забрать картами. Возьмем 9 карт света. И остальное все золотом. Значит, ивент такой. Называется лабиринт Лимба. Отважный странник останавливается как вкопанный. Перед ним возникает, тут же исчезает лабиринт из множества дорожек. Дежавю туманом заволакивает его взор и снова отступает. На каждой тропке впереди таится опасность. Ну, так, немного я не понял. Так, ага, здесь теперь добавили, кстати, новую стезю, то есть чемпионы Спери. Давайте сейчас везде соберем тогда награды. И сообразим, как туда попасть. Так. А, ничего себе, это герои даже. Вот это да. Прикольно, прикольно. Не знал. Тогда делаем сейчас следующее, чтобы нам освободить ячейки. Мы идем в храм Вознесения и возносим непосредственно этих героев. Сейчас немного от ивента отошли, потому что, ну, добиваем, так сказать, следующий момент. И сейчас, добив этот момент, перейдем уже на ивентские приключения. Так, библиотека. Что здесь в библиотеке? Непонятно. Меняем. Все. В таверне мы можем сейчас призвать двоих. Я думаю, здесь обычные. Да. И смотрите, скорее всего, вот это задание у нас. Так. Сейчас получим. Это задание у нас будет идти вот здесь. Чудесное путешествие. Царство отрицания. Да нет.
Подождите, а где же у нас вершина времени? Нет. Что-то я немного не понимаю. Но этих героев мы сделали. Сейчас, подождите, подумаем. Так. Пу-пу-пу-пу-пу, арена героев. События. Вот он. Испытание. Прибыльная. Новый пробный герой. Можно его на 3 дня получить. И вот это прибыльное испытание. Кстати, вот этот Пипа новый. Он прикольный. Может быть, потом обзор на него сделан. Ладно, пойдемте в арену. Вот она, арена испытаний. Все понятно. Погнали. Итак, арена испытаний. Значит, вот это арена испытаний. Там звонок произошел, поэтому пришлось чуть-чуть прерваться. Продолжаю. Значит, что здесь самое такое интересное, что здесь самое важное? Это подбор команды, конечно же. Значит, ну, как уже было испытание предыдущее, здесь самое важное — подобрать грамотно команду. Значит, ну, естественно, я все не буду вам показывать испытание, потому что оно в районе минут 40-50 проходится. Опять же, с грамотным построением, там, с подбором и так далее. Я вам так скажу, что надо всегда ставить противоцвет той команде, которая, собственно, против вас выходит. Здесь вам даются герои. Они максимально 240 уровня все. Уровень их мифические плюс. Значит, выставлять будем вот таким вот образом стараться. Значит, видите, противоцвет фракции. Кто кого бьет, кто кого наносит больше урона. Глаза, зелень. Значит, сюда зелень ставится. А сюда желтенький. Значит, желтенький у нас есть. Вот этот. И последнего вот этого. Сила меньше, но попробуем. Что из этого выйдет? Должно что-то получиться. Естественно, с первого раза не проходит. То есть практически надо варьировать, комбинировать и так далее. Получая либо минусы, либо плюсы. Давайте еще раз команду тогда возьмем самую сильную. Вот таким вот образом. Теперь у нас команда весьма сильная. И я надеюсь, что удастся там хоть один бой затащить. Если никак, то чё бодаться, можно идти дальше. Попробуем здесь эту комбинацию. Насколько она эффективна, насколько она результативна. Здесь, в принципе, мы тянем, но, судя по героям, опять всех выносят. Ну, хотя должны. Или не должны, но... Видите, в общем, здесь есть определенные сложности. Так скажу, что игра построена полностью на рандоме. То есть тут что-то поменять, знаете... Ну, возможно, но смысла мало.
Потому что ты можешь 10, 20, 30 раз пробиться одним и тем же составом поиграть, а на 31-й там или 41-й раз выиграть. То есть совершенно рандомное здесь понимание того, как и что надо делать в плане игры. То есть вот это вот вроде минус таких игр, да, а вроде и плюс. Но вот в таких турнирах иногда подбешивает, когда ты часами подбираешь состав, часами пытаешься взять хотя бы один бой, но нифига не выходит. Просто впустую бьем. Но это мы должны сейчас вытянуть, этот бой. Этот бой мы должны затянуть. Хотя у нас здесь король, но и сила тоже вполне возможно, что выше. Но мы должны хотя бы один бой выиграть. То есть, как бы получается, что по центру давайте так поставим. Против этой фракции глаз. Давайте глаз против желтый поставим. Вот так. Здесь. Ладно, так, ну, не знаю, короче, какая-то ерунда, я вам так скажу. Что, в принципе, чтобы тащить, не обязательно иметь какую-то команду бешеную. Достаточно вот такой составчик иметь. Ну, если сейчас ничего не выйдет, то пойдемте. Немного другое вам покажу. Причем принцип понятен. Подбираем команду в противоответ, ждем либо удачный исход, либо неудачный исход, пробиваем, выигрываем, получаем награду. Проигрываем, награда, значит, выбывается, и получается, что изменение идет полностью игроков. То есть все рандомно. Далее, значит, ну что я могу здесь показать? Список желаний. Ну, по списку желаний у меня все как бы стандартно. Давайте попробуем выполнить задание, набрать 2500. И если у нас выйдет, получится, то сделать призыв X10. Но опять же, если удастся получить 2700. Ну и думаю, какой-нибудь еще бодренький сегодня видос запишу, попробую отснять. Пока не знаю, на какую тему, какую игру. Ну, что-нибудь такое интересное может быть. Отсниму, сделаю. Потому что сейчас по ивентам там все идет. В основном добив идет хэллоуинских всяких ништяков. Ой, они теперь тут бодаться будут до утра, наверное. Еще блок, щит ставят. Одного добили или нет? У них тоже, походу, срабатывает. Да, поражение. Срабатывают навыки всякие. Так, 100 получили. Давайте здесь бой на арене проведем. Абсолютно рандомно.
соперника возьмем. Быстро его завалим. Значит, быстро его сносим и непосредственно идем получать награду. Там 100 на арене тоже дадут награду, но мы сейчас не будем этим заморачиваться. Вот, получим свиточек, и нам не хватает буквально 40, да, монет. 40 монет. Ну, давайте, что здесь призовем. Обычный герой. Какое-то надо выполнить еще задание. Допустим, купить предмет в магазине. Честно сказать. Самый такой дешевый. И буквально у нас не хватает. Я думаю, знаете, что мы сделаем? Мы пойдем вот сюда, в башню короля. Поддобьем пару, тройку соперников. Там 40 практически не хватает, да? Тут дают как раз по пачечки брюлей. Все, 2700. Поехали призывать. Идем в таверну. X10. На ваших глазах. Открываем. Будет ли фиолетовый? Или сегодня? Сегодня все. Без фиолетовых, без нормальных персонажей и героев. Открываем, получаем. Ой, ничего хорошего мы не получили. Ну, давайте напоследок гильдейскую охоту сделаем. Пробьем этого черта и пойдем с вами отдыхать. Вот, потому что гильдейская охота, она обязательно, много ништяков дают, много всевозможных бонусов можно получить, можно сундучок с каким-то количеством бирюлек, неимоверное количество золота по меркам, опять же, испытания игры. То есть все это имеется. Все это имеется и все это добывается. Ну, час меня должны снести. Где-то 2 миллиона с копейкой зарабатывал на уроне. Ну, это опять же золото. Примерно 100 тысяч. Всегда не лишнее. Во. Вот о чем я вам говорил. 30 алмазиков дали. Что весьма неплохо. Ну и задание тут на розыск, командные задания. Через 2 задания командных я уже перейду на уровень 4, где не будут попадаться вот эти обычные. То есть вот такого хлама, это обычное задание считается, да? Такого плана не будет уже. Будут только все задания с редких, начиная, то есть с 2-3-рёчных. Вот. Ну что, на этом заканчиваем. Я вам показал основное, что сейчас в обновлении появилось буквально вот сегодня. Попробовали, не пошло. Пробуйте, выпишите в комментариях. Почитаю, отвечу, поделитесь информацией. Может быть, кто-то скажет, какими составами, хотя все рандомно. Все,
Давайте, удачи и пока-пока.